Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркет, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что сегодня в 15:00 по московскому времени состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник». Причем тему этого вебинара я предлагаю определить вам. Буквально после того, как мы закончим с этим эфиром, канале мы запустим голосование. Несколько тем будет предложено. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Прошлую неделю закрыли замечательно. Я думаю, что на этой неделе тренды продолжатся, и мы станем еще ближе к нашим долгосрочным целевым ориентирам. Индекс доллара 102 пункта. Друзья, мы правильно оценили перспективы доллара с учетом меняющихся экономических условий, с учетом тех фундаментальных данных, которые выходят, и с учетом присутствовавшего на рынке понимания того, что все же основание для того, чтобы американский регулятор пошел больше, чем на одно повышение процентной ставки, сейчас не так уж и много. Ну ладно, про доллар мы еще поговорим. Давайте по хронологии ключевых фундаментальных событий этой недели. Сегодня нас ожидает выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли в 20:00 по GMT. Далее, завтра, данные по рынку труда. По Англии, соответственно, еще один дополнительный триггер для движения британской валюты. Ключевой фундаментальный отчет, предстоящие пятидневки, а может быть даже не только, посмотрим за реакцией доллара. Это данные по инфляции в США, которые выйдут в среду. Этот релиз напрямую повлияет на будущую риторику представителей Федрезерва относительно того, когда и насколько ставка может быть повышена. И еще, также на этой неделе предлагаю обратить внимание на решение Банка Канады по процентной ставке. Это событие тоже в среду. Мы за канадским долларом наблюдаем. Канадский доллар в нашем портфеле. Ждем его еще большего укрепления. Поэтому, если Банк Канады в соответствии с ожиданиями выкатит на рынок решение о повышении ставки еще на 25 базисных пунктов, то, соответственно, канадская валюта точно укрепится. Теперь давайте по порядку, но вкратце. Я думаю, что позже на этой неделе будем детальнее возвращаться к большинству финансовых инструментов и смотреть более широко на то, что происходит. А сейчас тезисно. Рынок нефти $78 за баррель, максимум был еще выше, 78.50. Нефть явно сейчас пользуется спросом, причем из обновленного новостного фона, пожалуй, можно отметить только лишь слабость американского доллара. Снижение курса доллара – это традиционный фактор поддержки для сырьевых инструментов. Ну и без доллара у нефти было на чем расти. Это данные по запасам нефти, которые на прошлой неделе снизились на 1,5 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 2,5 миллиона баррелей. И я уверен, что это сезонная тенденция снижения спроса, которая отражает более высокий спрос и потребление на внутреннем американском рынке, сохранится буквально до конца этого лета. Поэтому будем использовать предстоящий релиз от администрации аналитической информации как дополнительные триггеры для усиления котировок и Brent, и WTI. И, пожалуй, еще более важная, наверное, тема для рынка нефти – это сокращение предложения странами ОПЕК+. Это тот фундамент, на котором можно расти в долгосрочной перспективе. Цели по Brent 80 и выше. Индекс доллара 102.11 за текущие котировки. Вспомним протоколы последнего заседания американского регулятора. Наверное, тезисы сейчас не совсем нам важны, но отмечу, что представители Федрезерва подтвердили готовность к дальнейшему ужесточению монетарной политики. И почему? Потому что рынок труда остается сильным, и в экономике нет еще достаточно убедительных свидетельств того, что инфляция перешла к устойчивой траектории снижения. Мы об этом тоже говорили на прошлой неделе, но я вам предложил как раз дождаться данных по Non-Farm Payrolls, чтобы ответить на вопрос, а действительно ли рынок труда настолько силен, что может позволить Федрезерву несколько раз увеличить процентную ставку до конца этого года. И был еще отчет по инфляции, как релиз, который мы ожидаем. Он, соответственно, сейчас актуален, потому что выйдет только в эту среду. А Non-Farm Payrolls – это статистика по рынку труда, которая уже позади. И в соответствии с прогнозами данные разочаровали: 209 тысяч новых рабочих мест с 306 тысяч. А средняя заработная плата, рост остался на прежнем уровне 4,4%, поэтому я не думаю, что это тот релиз, который будет дальше стимулировать рост инфляции. Более того, после того, как завершилось последнее заседание американского регулятора, у нас достаточное количество уже сигналов, которые заставляют нас задуматься. Это снижение индекса расходов на личное потребление. Помните, это как
индикатор текущего положения дел с индексом потребительских цен. Слабые нонфармы, первичные заявки на пособие по безработице, АСМ производственного сектора, это просто проблемы в промышленности США. И вот теперь ждем, соответственно, еще и данные по инфляции. В соответствии с моими ожиданиями, индекс потребительских цен, скорее всего, в прошлом месяце снизился с 4 до 3,6-3,7%. И если эти цифры действительно подтвердятся фактическими показателями, то тогда Федрезерву уже нельзя будет опереться на формулировку сильного рынка труда и отсутствие весомых и убедительных доказательств того, что инфляция снижается. Все это уже будет в плане доказательств, а рынок труда уже не такой уж и сильный. Я за то, чтобы индекс доллара снижался и дальше к цели 100 пунктов и ниже. Золото 1923 доллара за тройскую унцию, цели 1950 и выше актуальны. Последний отчет Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами подсветил нам, что институциональные инвесторы проявляют больше интереса сейчас к золоту, и на прошлой неделе общее количество спекулятивных позиций выросло с 152 тысяч до 163. Это тоже хороший фундамент, на котором можно отстраивать длинные позиции по золоту и верить в рост рынка драгоценных металлов. Фунт против доллара 1.2810. Бейли сегодня в 20.00 по GMT будет комментировать перспективы британской монетарной политики. Если он будет настолько щедр на заявление о том, что ставка продолжит расти и дальше, то мы его, конечно же, поблагодарим, потому что на этом фоне фунт превысит текущие котировки 1.2810 и начнет стремиться уже к нашей цели 1.30. Да и текущий уровень – это максимум с апреля 2022 года. Доллар иена 142.77. Мы зашортили эту пару очень хорошо, по сути, на пиках с уровня 145, потому что были уверены, что опасения инвесторов за валютные интервенции все же не пропустят ее пару выше 145 в текущих условиях. Оказались правы, с тех пор пара скорректировалась практически на 300 пунктов, но я думаю, что это еще не предел. Зарплаты в Японии продолжают расти. Рост в годовом выражении сейчас 2,5%, это выше, чем прогнозы. Соответственно, рост зарплат будет стимулировать рост потребительской активности, повышение инфляции и может все-таки убедить Банк Японии пересмотреть текущую денежно-кредитную политику. Цели по доллару и иене уже должны быть, на мой взгляд, амбициозными, 140 и потенциально еще ниже. И доллар канадец 1.3290 текущие котировки. Ждем, соответственно, заседания Банка Канады. Ждем решения по ставке, ее потенциальное повышение до 5%. И вкупе еще с сильным рынком труда Канады, данным по рынку труда, которые вышли в пятницу, я думаю, что идеальные условия для того, чтобы шортить пару с целями 1.30, так же, как точно такой же целевой ориентир, как и по паре фунта доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!